Стивен Сигал невероятно благодарен за российский паспорт. Именно так выразился агент актера после того, как Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сигалу гражданства нашей страны. И передал он слова, которые Сигал сказал. «Я всегда знал, что США и Россия должны быть друзьями и союзниками». Конец цитаты. Между тем, все дело не только в любви Сигала к России, но и в его настойчивости. Именно благодаря упорству добился актер заветного паспорта. Об этом уже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Оказывается, Сигал не раз обращался с этой просьбой к Кремлю и раньше. О своих намерениях американский актер заявил в сентябре на кинофестивале «Край света» в Южно-Сахалинске. Вот тогда признался, что хотел бы проводить с российскими друзьями несколько месяцев в году. Кроме того, он чувствует некую сильную связь с Россией, но в то же время продолжает любить и свою страну.